Так как учили, давай. Привет, ребята, опята! Вы так давно этого просили. Писали мне в личку. Целых два раза. Спрашивали меня на улице. И вот, наконец, новая серия. Блуперсы! Бум-бум. А кто будет допивать? А что, да ладно, может, уже конец. Трек пишем. Ты включаешь этот трек, и значит, все уже классно. Да, многие могут подумать, что... Курай это башкирский. Потому что это не курай, это бра. Привет, ребята! What? Ух! И в этом сезоне все так же будет упор идти на легкие песни, которые состоят примерно из-за четырех. Из-за четырех аккордов мы плохо играем. Вот когда ты видишь вот так вот, то есть там реально видно, как будто, знаешь, ну, короче, круто делать. Вот так вот лучше? Вот так вот нельзя, вот так вот, да. Как? Вот так, как да, я сейчас? Да, как ты сейчас делаешь. А в тренде? В тренде. В теме куда? А нет, в теме. А в какой теме? Я даже не знаю, что и сказать. Погоди. Я еще не продумала. Красиво. 2.5 минуты. Можно, пожалуйста, как ты без пук, без стринг всяких там, это самое. Колхоз. Опа, не тот аккорд! Там это, погаси! Да, погаси! Дарья, покажи какой-нибудь трюк! Еще раз давай! А если ты как... Дарь. Сколько ты зарабатываешь? Нет, там в месяц скажи еще. В месяц, давай допишу в месяц, потому что там шутка про месяц. Можно было не дописывать. Да, но я дописала. Все, я съела, но не в тюрьму. И, наконец, блиц-опрос. Я же губу себе прикусила. Такая вкусная. Давай. Я давай еще раз. Дура, тупая. Ну и своими словами говорю, фраза-то большая. В этом сезоне все так же будет идти упор на... Упор лежа принять. Но также мы будем с вами оттачивать мастерство беглости пальцев. Мастерство беглости пальцев. Ты же хочешь быть популярной? Кирпич, я блогер по совместительству Мамина радость. Не так разобрал. Кирпич, я блогер по совместительству... Ну мы же могли взять псевдоним Додик. А, ну... Опять забыла, да? Да. Нет, нормально, хорошо, сейчас. Самого есть. Нет, еще. Нормально? Чёрт! Ты не Пеппа, ты не хочешь быть популярной? У меня есть такая игрушка Свинки Пеппа, есть вторая игрушка Свинки Пеппа, есть вот такие пазлы. Пазлы. Чёрт! Да. Репетирую, как же сказать? Да. Теперь садим... Ну, если тебе понравишься, выпущу новый ролик. Да. Стой, ты реально поверил? Я думал, ты реально... Посмеялась хорошо, а потом все запорола. Но вообще тренер Гали это собирательный образ. Первым прототипом рим. Так. Зачем ты это делаешь? Ладно! Рублей! Юаней? Долларов? Тенге? Прям какой-то сам себе говоришь. Ладно, я знаю, да. А мне снять с головы бабочку? Не-не-не, ты сидишь. Не, с головы мне снять бабочку. Нормально. А если две бабочки, это же как бы тавтология, нет? Это стиль. Это тавтология. Это не игра. Ну, если тебе понравился этот видос, то, конечно же, можешь поставить свой лайк. Набираем 50 лайков, и выходит следующее видео. Я его уже смонтировала, поэтому быстренько набираем нужное количество лайков, и я его выпускаю. Но если ты первый раз на моем канале, то нажимай кнопочку подписаться. С вами была Дарья, скоро увидимся. Пока! Ну а на сегодня все. Ну все, да, петли. Это была альтернативная концовка. 1, 2, 3.